117-й день полномасштабной войны оккупанты запомнят надолго. Именно в этот день они потеряли полное господство в Черном море. И именно в этот день Украина ясно показала, что больше не даст воровать украинский газ. Вражескими подразделениями был нанесен удар по буровым платформам Черноморнефтегаза. И было 12 человек, соответственно, на этих буровых платформах. На сегодняшний, вот на эту минуту, подобрано 5 человек, из них 3 раненых. Поиски остальных продолжаются. Но попытка РосТВ превратить это в очередной фейк, мол, Украина сама уничтожает инфраструктуру, не удастся. Вышки эти были захвачены вместе с Крымом еще в 2014 году. Русский спецназ просто высадился на платформы с воздуха, после чего объект больше походил на военный, чем энергетический. На этих вышках сразу же был размещен российский спецназ, который в том числе угрожал нашему судноплавству. Так что те самые несчастные пострадавшие – это обычные боевики, которые уже 8 лет удерживали захваченные украинские вышки в украинских водах. 5 человек от десанта, из которых 3 раненых, они умудрились найти в море. А где делись там все остальные, их там было довольно много. Ну, знают только черноморские бычки, которые себе уже такие хари поотъедали, что больше не пролазят в иллюминаторы крейсера «Москва». Но удары по вышкам – это не месть от ВСУ, а четкий стратегический план по освобождению черноморской акватории и разблокировке украинских портов. Есть остров Змеиный, есть вышки Бойко. Если посмотреть между ними, расстояние там, по-моему, 50 км. То есть идеальный такой вот контрольно-пропускной пункт, который Россия, мы прогнозировали это еще несколько лет назад, что Россия рано или поздно этот контрольно-пропускной пункт закроет. Потому что главный фарватер коммерческий проходит как раз вот в этих воротах. И вот сюрприз. Остров Змеиный, на который пару недель свозилось много техники и ПВО, был обстрелян фактически одновременно с буровыми платформами. Удар был настолько неожиданный, что рашисты даже не поняли, чем и откуда их обстреляли. Известно, что большая часть группировки разбита. И самое интересное, что поддержки ждать не приходится. РФ теперь просто боится приближаться к злосчастному острову. Там наконец-то станет такой кусок суши, камней и много российской разбитой техники и убитых русских. И еще разрушенные вышки Бойко, потопленный ракетный крейсер «Москва» и вот этот спасательный буксир «Василий Бех». Фактически Украина объявила о том, что нельзя в этот район заходить русским кораблям. Нельзя русским военным там появляться, потому что они будут уничтожены. С экономической точки зрения Украина тоже не понесла никаких потерь от обстрела нефтевышек. Денег от добычи из этого черноморского шельфа мы не видели уже долгие годы. Газ, который там добывался, шел преимущественно на нужды Крыма, который россияне отключили от украинской централизованной системы сразу после оккупации. Уже в первый год проявилась проблема, что в теплом регионе летом потребление газа падало втрое, его некуда было девать. Поэтому за 8 лет так и не настроили оптимальные объемы добычи. За время оккупации россияне добыли, а точнее украли в этом регионе около 12,5 миллиардов кубометров газа. Теперь делать им это станет значительно сложнее. С точки зрения экономики Украины нет влияния, потому что вся добыча с этих вышек приходилась и пополняла российские резервы. После победы Украины и возвращения контроля над акваторией Черного моря и этих нефтегазоносных районов, Украина будет заинтересована, и мировые компании с удовольствием возьмут участие в освоении шельфа и возобновлении работы и вышек, и восстановлении этих, и по установке новых. Потому что при таких высоких ценах рентабельность есть. Уничтожение буровых – это очень важный ход с точки зрения морской безопасности. Во-первых, Украина показала, что годами никого упрашивать очистить море не собирается и вполне способна осуществлять это военным путем. Во-вторых, учитывая дальность поражения, подобным образом может пойти ко дну и Черноморский флот, скажем, где-то в Севастополе. Так что если кто-то решит угрожать торговым судам, которые скоро, вероятно, отправятся за украинским зерном в украинские порты, этому кому-то придется 100 раз подумать. Времена тотального господства России в Черном море прошли, и Украина сделает все, чтобы они больше никогда не вернулись.